Лайбич, я считаю, что в труднодоступных местах это только нахождение граждан и все пожары, которые происходят, граждан, 90%. Я думаю, что, мне кажется, что это специальные поджоги. Другого выхода нет, такое впечатление складывается. Просто не было такого, как в этом году. Ну, давайте тогда нарисуем следующую ситуацию. Собралась какая-то группа людей или оппозиции, как ее сейчас называют. Пошла, прошла инструктаж и провела диверсионные акты в плане возгорания вот в тех или иных точках, просчитав дополнительные места там вокруг Читы, вокруг населенных пунктов, и в одно и то же время взяли и запалили. Так нужно? Ну вот я сегодня лично летал на вертолете и смотрел, что там такие места, но туда нормальный человек не заберется, даже хорошо подготовленный. Для этого нужно специально обученный человек, и то он должен на это потратить, ну, минимум, как сутки. Если вот брать километраж от города вот до этих, мы сейчас облетали с губернатором, все эти дела. Вот это что-то не укладывается у меня.